На сегодня включено 7 котельных из 60. Ну, включена основная ЖИКО, котельная РК-6. В связи с тем, что не решен еще вопрос подъема давления газа на Бердичевском трансгазе. То есть, я думаю, в течение дня двух это все будет вопрос решен. Садики, школы. Из 11 садиков включено 9, которые подключены к этим котельным. 2 садика по Гагарина будут включены сегодня. Школы включены все. Фактически больницы, то же самое осталось, 2 стоматологические поликлиники, которые ведутся сегодня в эксплуатацию. Главное, что родильный роддом, 2-я городская поликлиника, Пельника, 1-я советская, все включены. У нас четко по договору есть и газ для населения, и газ для бюджета. Средний уровень оплаты в этом году 82% деньгами, 105% с разницей тарифов. То есть, в принципе, у нас не должно быть никаких проблем с газом. А борги по передних периодах есть? Конечно. У нас не может их не быть, потому что у нас был долг 153 миллиона, а сейчас 131 по состоянию сегодняшнего дня. То есть мы фактически погасили достаточно долгов. Плюс у нас еще существует непогашенная порядка 40 миллионов разницы в тарифах.